Здравия всем! Вы находитесь на канале Марка и Елены Дерегетти. И мы с вами кружим здесь по Франции. Мы видим вот этот городочек Ка, который пишется Кан. Вот такая вот, вот такой вот видок вот отсюда, с этой вот высоты. Вроде бы как здесь даже и парковочка. Вот мы оставили машинку. Вот подъехали здесь. Вот такая ива, но не плакучая. И вот мы увидели вот такой вот купол церкви Ортодосса. Я сказала: Марк, давай поедем попробуем. Может быть, открыто. Вот он пробует калитку. Калиточка закрыта. Ну, короче, как-то вот так мы можем обойти, посмотреть, но внутрь нас не пускают. Марка насмешил, говорит, они тоже уехали в отпуск. 19 градусов на улице, сегодня 16 августа. Давайте поближе пододвинем, что там пишут. Ой, ля-ля-ля-ля. Пишут на французском. И вот я вижу, что в 10 часов здесь. Вот оно. Вот оно в 10 часов. Ой. Сейчас мы вот так сделаем. Так, в 10 часов у них офис тур ле домен. В 10 часов в воскресенье у них бывают какие-то мероприятия. Так, так, так. Вот такой вот крестик у них. И зайдем еще с той стороны, глянем. Вот у них здесь какой-то. Ну вот как-то вот так вот они тут пишут. Что-то плохо видно. Вообще плохо видно. 1947 год. Так, 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 так. Ой, ля-ля-ля. Ну вот как-то так. 1926, 1936. Вот такая лавочка здесь. Это колокольня. Такие колокола. Плохо видно, но уже время 6 час, практически 6. И небо здесь серое. По-моему, это Святой Николай. По внешнему виду. Ну вот как-то так. Здесь вот такие ступени крутые. Мы подъехали. Щебенкой посыпано все. Туи шикарные. Ну, думаю, что церковь не бедствует. Если бедствовала, была бы открыта. Вот такие строения здесь рядышком. Стена старинная. Ну, тут куда ни кинь, везде старина. Маленькая зарисовочка. Про церковь. Ортодоксальную. Как-то так. Я с вами прощаюсь. Желаю вам здоровья, удачи, долгих лет жизни. Кому понравилось, ставьте лайки. Удачи!